Юбилей Конституции. 25 лет назад на всенародном голосовании был принят основной закон России, который существенно изменил систему высших органов государства. Последнюю версию Конституции сейчас пишут в музее каллиграфии. В этом году должны закончить. Здесь же под стеклом есть еще один рукописный вариант. Для него каллиграф Петр Чебитько разработал специальный почерк на основе древнерусского. Писал чернилами и пером дикого гуся. И здесь собраны мастера, лучшие мастера со всего мира. И каждый считает, что нужно написать что-то самое важное для своей страны. Авторы документа говорят, за четверть века Конституция использовала чуть больше половины своего потенциала. Это не просто свод законов, живой организм, который развивается и живет в ногу со временем. Конечно, мы никогда не можем быть довольны. Зарплаты низкие, система здравоохранения или образования далекая от совершенства. И люди часто говорят, Конституция не гарантировала это, Конституция не обеспечила то. Друзья, Конституция – это мы. Сергей Шахрай сравнивает Конституцию с воздухом. Когда он загрязнен, чувствуют дефицит и не замечают, когда чистый. Анна Бажайкина, Сергей Бондаренко, Анастасия Назарова, Мир 24.